покажем со всеми подробностями. Mazda Bongo Friendly. Aero Free Top, Turbo Diesel, All-Wheel Drive, полный привод. Intercooler, Front, Face Intercooler. Поставили новую резину. Сейчас got new tires and aftermarket alloy wheels. Вот она вся в жиру. Жир, роги, fog lights. Поглайц, краш горд, в общем, вся в жиру, жирная френди. Опа. А интеркулер показать-то. This is front intercooler. Ой, ё, блин, intake. Размер колес. Ну, вроде бы хорошие колеса, да? Такой порожек. Door visor. One opener. Славятся они ржавчиной, но это вроде бы ничего. Крылья вообще целые, чуть-чуть там есть. Немножко. Так, кто знает, почему размер разный передней и задней резины. Ну так, мы поняли, что это для устойчивости. Можно ставить одинаковые размеры. Запуск от винта. Год какой у нее. 95 airbag. Glow plugs. Отработал. Запуск. Шепчет. Так, у нее там лампочка airbag'а горит немножко, да. Так. Зеркала. Mirror. Мотор показать, не показать, не знаю даже. Это сейчас придется все разбирать. Так, передний кондиционер что-то не работает. Задний работает. Машина только пришла, вот только начали ее обхаживать. Компот откроем. Aero Free Top. Electric. Aero Free Top. Можно вручную открывать. Тоже там как-то долгая история. Тросами там что-то тянуть. Привет, Шакен. Пони-пони. Октябр. Можно открыть-то компот. Компот открыть. Опа. Этот у меня VIN number. Включим фары-мары. Fog lights. One, two. И вот тут еще. Здесь also fog lights.
горят только по отдельности. Чтобы люстру не создавать, не ослеплять народ, да? Вот мне еще вот такая фишка нравится. Опля, фокус-покус. И теперь еще одна. Уют. Создаем уют. У нас в городе Октябрьском, Башкирии, был магазин «Уют». Но многие его называли на букву «Х». Не знаю почему. Уют, могучий, да? Красавчик, да? Маздонис. Мазда. Мацда. Матрис. Наверное, не хочет вот так сделать, чтобы ярче. Зайдем с тыла. Полный привод. All wheel drive, full time. Front intercooler, turbo diesel, 2.5 WLT. Супер мотор. Он там имеет уравновешивающий вал. Вал, который сзади мост, life axle, который приводится этим one owner шестеренкой. То есть нету там паразитных шестеренок, как на у 1КЗ, там два вала, две шестеренки, а тут одна. Круто, да? Хороший мотор. Опа. Оба оторвали. Кто оторвал? Ладно, сделаем, припаяем. Хулиганы, да? С этими, наверное, дурацкими шторами. Проводок оторвался. Вот тебе, на. Кстати, you can open from inside. Ну, не закроешь, да? Где кнопка-то? Короче, надо вот так вот дергать, а потом уже вот так он не работает. Ух, интересно. Шторочки здесь ручные. Даже двойные, с тюлем. Оригинал. А, вот еще такая фишка. Вот это вот можно открывать. Стикер. Так. Вот скидываем. Где тут у нас тяночка-то? А, вот так вот. За нее же и тянешь, да, сверху? Ух ты, ах ты. Все мы космонавты. Так вот, да. Натяжки нет, кстати. Вот это минус, да? Натяжки нет. А это у нас столик. Сейчас разложу, покажу. Ну, понятно, что в спальник можно все это дело разложить. Значит, вот отсюда поднимается легко. Одной рукой. Опля. Все. Картина видна. И вот эта штука у нас пока выключить, что ли? Можно поднять. Ух ты, там не порвать бы ничего. Хотел показать, все разобрал, короче, чтобы вам показать. Almost 3 meters, 3 метра почти. Тут можно вставать богатырям. Ох, сейчас закроем, что ли, да? Ну, давай закроем. Так, автодоводчика нету. Здесь автодоводчик. Soft close door. Все, щелкает. Так, ручка крутая. Original tools. Тут
ситар сидеть, для ноги, нагар, ситар и так далее. Это тут у нас тоже сигар, мигар и так далее. А, вот еще такой есть аппарат, да? И с той стороны есть Dual AC and Heater. А, нет, с этой стороны нет. Туда, смотри. Такой столик. Столичек. Больше не двигается назад. Да, все. Больше не двигается. Здесь можно 1-2 5 person can use this table, maybe more. 7-5-6 можно в круговую сидеть, ну или сложить полностью. Так, заберемся наверх, да, снимем тапочку, как японцы. Тапочку. А, кстати, можно вот так отдельно. Там вот проветрим. Проветрим. Так, каждую можно отдельно. Где-то там. И вот так вот можно выйти порыбачить, да, поглядеть. Ну что, закругляемся, да, тихонечко? Что-то тут нигде сетки не повредить. Такой люк. Москито. Защита от москито. Обойти эту штуку. Так, тут у нас вот такая сеточка. А, ну могу забраться сюда. Кто, у кого пресс хорошо работает? Держи-то, тут хоп, туда, вон, тапочки мои. Все, пойдем, да, закроем сейчас. Хорошо, свежий воздух, сегодня жарко. Конечно, с открытой сеткой хорошо спать тут. Пару часов. Курск-2, да. Закрываем. Thank you.
Подержишь кнопку. Или этот, я сейчас закрою. Короче, как закрывается. Потом я тебе дам, ты вокруг обойдешь пока. Снаружи покажешь. Вот так вот выключишь издалека. Сейчас. Вот сначала нажимаем вот эту кнопку. And now we can close. Open, close. Так, на. Снаружи показывай. Входи. Духу забыл убрать. И мотор, наверное, уж не буду показывать уже. Запись под 20 минут уже. На фотографиях покажу. А вот это у нас набор снимать. То есть разбирать крышу. Вот это я не знаю, что такое. У нас идет шторка отсюда. Curtains. Сзади тоже. Ну а тут понятно, это все закрывается. Вот так вот. Мог по-македонски пострелять. Все закрыто. Пойдем прокатимся. Упаковали чемодан. Поехали. Постоянно что-то с электрикой происходит. То этот АБС, на это АБС, этот датчик работает нормально. Чем хорош он мотор? То, что интеркулер есть, и он спереди расположен. Вообще охлаждается, ну как на спортивных автомобилях, эффективно. Мотор песни, 125 лошадей, очень хороший мотор. Suspension, brakes good, shifts good, engine good. Вообще прям песняры. Так, в эту сторону я еще щелкну.